Я приглашаю на танцпол Самореза и Максима. Два фристайлера, которые сейчас будут биться за первое место. Значит, у нас также один раунд, ну, два раунда точнее, на одну тему, но если судьи посчитают, что это тайбрейк, то вы получите еще одну тему. Значит, тема такая, что V1 фестиваль вообще не очень, полное дерьмо. А приз дадут? Это первый раунд. У нас есть, у меня есть конверт за первое и второе место, не переживай. И второй раунд. V1 фестиваль — это отличный фестиваль, который объединяет все хип-хоп. А что такое V1 фестиваль-то вообще? V1 фестиваль — это то, что ты сейчас должен раскрыть. Это та идея, которая пришла к тебе в голову, и ты должен зачитать о ней прямо сейчас, прямо здесь. Это финальный батл, дамы и господа! У нас за стульями судей сидит LA, мистер Малой и Масса, за вертаками диджей Скотч, и мы начинаем финал! Yo! Come on! Come on! Yeah! Скотч, по-моему, битло не для финала. Да ладно, давай. Ну давай, давай, не, давай. Не, серьезно, битло не для финала. Финал это бом-бом-бом-бом. Давай нашу, Владимирский Централ. Все, Рома, извини. Я забыл, что истинный MC может сделать хороший стиль под любой бит. Я был неправ. Йоу. Йоу, йоу, йоу. Итак, я вижу, чуваки, ты темы мочат. V1 фестиваль — это что-то не очень. Когда я зашел сюда, от атмосферы заболели почки. А как будто я съел какие-то грибочки, какие-то лисы. Диджей не тупица, но крутит пластинки, типа, чтоб не палиться. Сейчас приедет милиция, ведь это незаконно. А кто-то говорит, V1 бесподобно. Но он остался на улице, чтобы покурить. Играет бит, и мне надо речитать и бить. И йо, V1 не очень, я тему продолжаю. Ну как такое можно обосрать, я не знаю. Вообще-то мне понравилось, но в газете написали, что там были самыми толстыми задами и крали. Парни без зубов, что это за паков? V1, V1, куча чуваков. Что за организация? Ну где же овации? Ведь я микрофоном в ушах создаю вибрации. Макс! Йоу-йоу! 3-4, 3-4, Макс в эфире. Ага, йоу! Если кто не понял, то я не тупак. V1 фестиваль — реальный фаршмак. Я не видел никого, ни бибоев, ни танцоров, ни граффити-райтеров, ни клевых узоров на стене. Не видел тоже, я видел только рожи. Видел, как смотрели на нас плохо прохожие. Внизу стояли парни, немного, блин, курили. Ребята, вы чего зацепили? А чего вы там зацепили? Убери лысайперскилла, вы знаете, в чем прикол хип-хопе. Я гориллу вышел, заикался, заплевался очень много. Я знаю, в чем прикол хип-хоп, это, блин, моя дорога. Но на фестивале я не видел ничего, видел, как качали, и видел только лишь бабло. За бабки можно все и всегда успеть, как Исаак сказал, чтобы подмазать и не скрипеть. Вот они угары, мы кидаем слава парами. На фестивале я видел только жесткие шмары. Тусували снизу, и все хотят фриза. А я видел, Саморез всегда был под Лизой. Все подлизываются за бабки, все хотят выцепить себе травки, выпить алкоголя или жестко бухнуть. Мне не нравится V1, вот в чем суть. Итак, итак, раунд 2. V1 фестиваль — это супер фестиваль. Вот вам ритм. Это суперфестиваль, если кто-то против нас, то он просто габарь, которому не нравится речь и натив. V1 фестиваль — это будто бы жирный стрип, который снесет точно тебе голову, сынок. Я сейчас такой типа читаю, как торчок, но тема не в этом. Тема фестиваля, приходите сюда, если вы еще, чуваки, не знали. Там сзади граффити, ну типа во дворе, а у меня в голове, похоже, что-то типа дыре. Дыре, через которую вылетает рифма. V1 фестиваль — это супер, братва, это мирового масштаба события. V1 чувак, прямо в Питере, площадь восстания, расширять свои знания, шевели задом под эти читания, что? Йоу. Я скажу хорошо, вы скажите, хотим еще. Я скажу хорошо, вы говорите. Я скажу хорошо, вы скажите, хотим еще. Хотим еще.
Айоу-айоу, В1 фестиваль, это хорошо. Здесь пришли ребята, чтоб устраивать шоу. Я показал всем здесь, как надо читать фри. Мы знаем, в чем дело, и читаем 1, 2, 3 по-английски. Теперь по-русски 1, 2, 3 пошли. Все танцуют и бибоем, хотят попасть в круги. Все танцуют, все тусуют, все понимают. Знания и единство нас объединяет. Мы, парни, настоящие, двигаем культуру. Мы не меняем никогда ее на машину или купюру. Мы двигаемся правильно и главной информации. А сейчас вас поддержат ваши овации. Мы знаем, что в протоке главной сути. Мы знаем, как вернуться, и поэтому мы будем дальше рисовать, танцевать, читать наш микрофон. И каждый нас поддержит, диджеем, клевый музон. Это правда, и по-другому нам вообще никак. Я поднимаю вверх, и поэтому мой знак, мой флаг — это жжем беды пальцы. Мы знаем, в чем дело, для всей хип-хоп нации. Братцы и сестрицы, всем улыбаться. Мы знаем, В1 фестиваль заставит вас просраться в правильном положении. Мы все в хип-хопе правильные гении. Правильно танцуем, рисуем, тусуем, но не пьем. Мы едим целым втроем, а не вдвоем. Вот это да, вот это финал. Вот это музон. Диджей Шипа, ой, диджей Скотч. Я просто смотрю, там диджей Шипа стоит, и у меня почему-то мелькнуло. Ну, конечно же, это диджей Скотч. Итак, финал. Максим и Саморез. Л.А. Мистер Малой Масса. 3, 2, 1. И побеждает в этом батле Максим.